Активисты Общероссийского народного фронта в Ульяновской области присоединились к всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу». Сегодня они совместно с представителями ГИБДД, депутатами и специалистами из администрации города осмотрели дороги, по которым школьники идут к заволжским школам. Акция проводится в соответствии с указом президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития. Цель указа, как и акции, свести детскую смертность в результате ДТП к нулю. Осмотр показал, что в Ульяновске с этим не совсем благополучно. Сегодня мы находимся на территории нашего округа номер 5, конкретно Ленинградская, улица Ленинградская, 24, это 83-я школа, а перед школой как раз у нас зебра, пешеход, где два года назад моя однофамилица Наталья Лазарева, проживающая буквально здесь рядышком в Ленинградской 32, во время летних каникул переходила дорогу, и ее сбивает машина. ДТП произошло, несмотря на то, что дорога была оснащена искусственными неровностями. Директор школы уверена, аварий можно избежать, если привести переход в порядок. Есть проблемы в освещении этого участка дороги. Ну и естественно, что мы со всеми учащимися, со всеми родителями проводим инструктажи по дорожной безопасности и сотрудничаем со всеми инспекторами с ГИБДД. Общественники признали переход непригодным для эксплуатации. Кусты по обеим сторонам, не дающие осмотреться, отсутствие светофора и плавного спуска на проезжую часть. А также неудовлетворительное состояние автобусной остановки, вынуждающее водителя ссаживать маленьких пассажиров либо прямо на пешеходный переход, либо в траву и грязь. Все эти замечания ОНФовцы занесли в чек-лист, который представят в общероссийский отчет. Следующая точка – школа номер 42 на верхней террасе. И опять же, нет здесь доступной среды для перехода. Проезжайте, проезжайте. Проезжайте для инвалидов. Ну, естественно. Так что надо будет обратиться в соответствующую структуру и узнать, почему же так он здесь сделан. Половина перехода упирается в бордюр и далее в газон, а другая выходит на то, что раньше было тротуаром. Разметку на дороге к 1 сентября не обновили. Остановка находится в том же состоянии, что и в предыдущей школе. Дорожное полотно также давно не обновлялось. Ну, в первую очередь, это почти во всех школах города Ульяновска отсутствие светофора типа Т7. Мигающий желтый сигнал светофор, чтобы привлекать внимание водителей пешеходов на участке. Дальше отсутствие на некоторых участках ограждений переднего типа. Далее освещение на некоторых участках на пешеходных переходах. Список недочетов можно продолжать. Полиция пишет предписания и административные протоколы. Сопредседатель регионального отделения Народного фронта считает, что ситуацию с неправильно организованными переходами можно исправить. Составляем чек-лист на данный участок, где указываются все недостатки. Эти все недостатки идут в центральный штаб. Они формируют общую картину состояния дел по Российской Федерации. И, естественно, мы направляем соответствующие запросы в структуры, которые отвечают за состояние данного участка дороги. Далее отчет попадает в руки президенту и прокуратуре, особенно в тех случаях, когда местные власти не реагируют должным образом. Процесс это, возможно, не такой быстрый, однако, по словам представителей ОНФ, исключительно действенный. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.